В 8-й школе города Биробиджана состоялась встреча с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрием Валяевым. С правоохранительным классом была проведена беседа, в которой сенатор поделился своим опытом и посвятил ребят в тонкости профессии. Сегодня с классом не потому, что я в бывшей своей жизни полицейский, а по той простой причине, что я сегодня в новой своей должности отвечаю за патриотическую работу. Ну, это сегодня перспективные военнослужащие в том числе. Вот, поэтому для меня это очень важно. Следующий год был объявлен президентом России годом педагога и наставничества. Поэтому на данный момент при содействии Департамента образования Юрий Валяев принимает решение, какой класс взять под свое шество. Софья Гинатулина, Никита Натапов, Павел Славин, Новости 21.